самого утра кузнецкие верующие начали приходить в Вознесенский кафедральный собор для того, чтобы поклониться иконе равноапостольного князя Владимира. 1000 лет назад киевский князь крестил Русь, помог народу соединиться с Богом, а почитают его по сей день. Затем кузнецкие священники отслужили праздничный молебен на святом месте у креста, где в скором времени появится храм имени равноапостольного князя Владимира. В этом неприспособленном на первый взгляд месте служба была самой настоящей, с коленопреклоненной молитвой, с певчими и с проповедью настоятеля Вознесенского собора, который говорил о необходимости возвращения к корням и о нужности этого праздника. Об этом ведет разговор и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сказал: «Если мы откажемся от исторического значения крещения Руси, мы должны отказаться от опорной колонны, опорной основы всей нашей цивилизации, потому что мы, как народ, сформировались именно под влиянием мощнейшей духовной традиции, начало которой в крещении Руси». Это почитание и величание Бога, это к нашим предкам, которые нам оставили православную христианскую веру. Мы должны им благодарны от всей души и не забывать их молитвы. По традиции православным канонам праздничный молебен закончился исполнением «Многие лета» и окроплением прихожан целебной святой водой.